Привет, вы на канале Гоузган, это Stardew Valley, мы продолжаем ее проходить. И, собственно, прошлая серия, не помню, чем мы занимались, потому что вообще прошлую серию снимал, когда в начале декабря вроде бы, или еще в ноябре, я не помню. Но в этой серии, я знаю точно, чем мы займемся, в этой серии мы вроде бы, не могу сказать. Или в этот день, или в следующий должен быть праздник, там цветочный танцы, какой-то такой. Ага, завтра все собираем, да, завтра будут цветочные танцы. Блять, надо сесть правильно, неудобно сел. Но если найдите себе партнера, можете даже поучаствовать в своих самих танцах. Но партнера у меня нету, поэтому я буду как бы не буду в них участвовать. Ага, за лесом к западу от города есть небольшая полянка, там мы проведем танцы. Приходите, ага. Окей. Я особого смысла туда не вижу приходить, потому что у меня нет партнера, но дабы просто поддержать там людей, почему бы и нет. Пацанак продаем. Все надо вспомнить, потому что я последний раз играл в эту игру еще когда? В начале декабря, вроде бы. Да даже вроде. Блять, позже. Что, в ноябре, я не помню. Поэтому надо вспомнить. Так. Что по узелкам? Картофель, цветок. Ага. У меня шаш нету, да, цветой капусты простой. А есть, хули. Погнали цветную капусту занесем. Картофеля у меня нету, да? Картошки нема. Я ее не выращивал в этом году, ну и похуй. На самом-то деле. Что у нас еще? Ну, животный узелок, я у меня пока животных нету, поэтому я их пока не развожу так. Это хозяйственный узелок, это потом тоже. Помидор, жгучий перец, черника, дыня. Ну, это летний узелок. Он потом будет. Надо 5 пастернаков. Кстати, я уже почти приблизился к 5 пастернакам. У меня пастернаков уже хороших сколько. А где пастернаки, ебать, хорошие? 2 штуки всего. Но я уже близок. А, кстати, сработает дождливый день. То мне писал там один парень в комментариях, что дождливый день. Херово. Писал, что рыбу можно, да даже нужно ловить в этот, как его, в дождливый день, потому что доход будет больше. Поэтому я как бы тоже хотел бы себе большой доход, поэтому как бы надо рыбку ловить. Уже. Кстати, надо еще гюнтер отнести, рубин. Это тоже нужно. Так. Дабы доходы увеличить. Она, кстати, где этот узелок находится? Здесь вроде, да? Не. Это он в той части, окей. Блять, а где? Погоди. Я тогда собрал этот узелок. А, блядь, я его собрал. Пиздец, дебил. Пофиг. Прогулялись заодно, все равно сейчас все спят, поэтому почему бы не прогуляться. Гюнтер, скорее всего, только сейчас откроется. Почему бы не? Что в мусорке? Джорджа Кола, хорошо. Этот у нас джентльмен колу не пьет, поэтому хуй цапнет, приснет. Я не вижу же колу. Погнали к Гюнтеру. Ну, неудобно разговаривать с носом заложенным. Задыхаться начинаешь. Так. На тебе рубин. Ну, в принципе, можно было бы продать. Но мне пофиг. Как-то. Погнали тогда наши прикольчики сложим все. Пойдем рыбку половим. Потому что сейчас основной доход будут те от рыбы у нас. В ближайшие дни. Я мог, в принципе, бы сейчас уснуть, но
Тогда я бы сейчас бабок столько не заработаю. Которые могу сегодня заработать, если вообще сегодня что-то заработаю. Я надеюсь... Ну, блядь, я из меня рыбак как-то, ну, как, ебать, из слона танцор, ебать. Балерина. Херовый. Поэтому шанс того, что мне выпадет какая-нибудь дорогая рыба или хорошая, очень мал. Ну да пофиг. Красиво, кстати, там дорожку проложил. Прикольно. Так, смотрим. Моя задача сейчас вообще какова? Начать новый сезон, купить себе кучу овощей, там, всяких фруктов. Ну, скорее всего, фрукты, потому что какой уже будет. Сейчас, по идее, осень, там дальше весна. Диеты, я, блядь, не помню. Сейчас вроде бы осень. Да, это же я осенний узелок закончил. А весенний. Ну, значит, скоро лето. В принципе. Ну, кстати, Джуди. Как тебя звать? Джоди. Окей. Тебе тоже привет. Вот так вот. Понятно, кстати, посмотрим, что там на пляже. Там обычно всякий мусор лежит, который можно продавать. Поэтому почему бы и не посмотреть. Так. Вон проходик. Моя задача вообще сейчас какова? Начать новый сезон, как я говорил. И в будущем еще накопить себе на хлев. О, братва обошёл. Так вот. И, да, накопить себе какой-нибудь хлев, и там, или коров разводить, или птиц. Дабы бабок больше получать. Удочка при мне. Погнали рыбачить. Жалко, что не дождливый день, конечно, сегодня, да ладно. Блять. Пропустил одну рыбку. Хотя, может, и не рыба была, но да ладно. Тихо. Вот, сука. Я хотел превосходно получить, но не получилось. Что за рыба? Сельдь. Хорошо. На максимум забросил, значит, даже сейчас рыба словится. Быстро у нас. Конечно, да, быстро, да. Я чуть не нажал. У меня сейчас кнопка нажата, но я не могу отпустить ее. Иди, рыба. Ага, хорошо. Тут что-то полудохла какая-то рыба попалась нам. Хорошо, анчоус. Неплохо. Иди, рыба. Анчоусы сеть. Опа, братва ловится. Опять полудохлая рыба. Ага, хорошо. Опять сеть. Ну, уже золотая. Неплохо. Это лучше с мышкой сразу держать руку, потому что, блядь, не словил рыбу и все. И зря время потратил и силы. Опа, ловится рыбка, хорошо. Тоже полудохлая. Это тоже хорошо. Был бы тут еще сундучок, было вообще бы потрясно. Новый анчоус тоже золотой. В принципе, погнали продадим. Посмотрим, сколько я за это бабла получу. Дарить этому, блядь, ублюдку рыбу, это вообще бесполезно. Я ему один раз подарил. А ну еще тварь мне выделается. Как можно продать, я забыл. Как здесь продавать? А, вот так, да. Все, иди, короче, гуляй. С тобой дела вообще какие-нибудь не хочу. Я, блядь, один раз подарил рыбу, от нее отказался. Ну тебя нахуй теперь. Ой, так, кстати, что за пузырики? Рыба вся уплыла, понятно. Да, кстати, тут, я тебе думал, тут не будет клевать. А тут клюнуло. Хорошо. Тихо, хочу превосходно получить. Сельдь. Окей. На максимум забросил. Хорошо.
Ну, рыб будет вообще сегодня ловиться, не ебать. Что-то сильно долго ловится. В принципе. Да, сундук, 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 сука, Блять, куда? Лови рыбу, нахуй, лови. Я чуть не обосрался, только что вы что гоните. Блять. И что в сундуке? Аквамари, нихуя себе. Попробуй еще выговори, да. Пошли аквамарин продадим по-быстрому. Блин, продадим рыбу, продадим, а аквамарин отдадим, короче, этому. Гютеру, если успеем. На, забирай. Погнали Гюнтеру быстро. Ну, наверное, не успеем. Хотя, кто знает. Блять, что, зачем я shift нажал? У нас есть сколько? У нас мало времени. Здорово, длинноволосый. Ребята, здоровье, ёба народ. Вы шо гоните, я могу не успеть. Да я успел. На. Забирай. Погнали. А, так, все, в принципе, шо. А до скольки он работает вообще? А, блядь, он до 18.00 работает. Зачем я так спешил? Ребята, что-то разошлись, обиделись. Здорово, дружище. А тебе во вторник выходной? Повезло. Так, здорово. Надеюсь, что хочешь отправить на рынок в ящик. Ага, я понял, короче. Что я туда буду складывать? Пастернак сложу, что я. Блять, вскрыть охота нельзя, слышишь? Я вскрывал уже, проверил. Вскрывал. Подзабыл чутка. Привет. Вы с моей мамой уже знакомы, она здесь плотник. Знаком. На мой дом обозвала. О, привет тоже, дружище. Хорошие ботинки. Они что, из пластика? Ты чё, сука, шкура белобрысая? Веник нахуй ходячий, ты чё, попутала? Мне скучно, ебать, хорошо. Давайте это топором переему, точно скучно не будет. А? Вот и нехер. Обзываться. Из пластика, блядь. Это чтобы в грязи работать. Чтоб не жалко было пачкать. И, в принципе, можно пойти нарцисс подарить. Если он вообще такое любит. Росток риса. Блять, а надо весной сажать. А сейчас весна. Я не уже не успею, скорее всего. Погоди, а где эта шкура? Я хочу и нарцисс подарить. Если она его оценит. Внимай, ты дуры. Не очень-то и хотелось. Погоди, а сколько вообще... Блять, погоди. Затротишь что-то в телефоне там. Сколько дней весне в этой игре? 28? Как посмотреть, коли... А, вот. 28. Ну, получается, если я сегодня посажу, через сколько он вырастает? Через 8. Это получается 23, 24, 25, 26, 27. 20... и так не успею, поэтому лучше продать ростки риса. Или оставить на следующий год, но... Я, скорее всего, про них просто забуду, поэтому лучше сейчас продать их. Чтоб не забыть. Ну, нарцисс я продавать пока не буду. Он все равно особо ничего не стоит, поэтому как бы... А подарок кому-то подарить все равно хочется. Пошли сейчас лельку наполним и спать ляжем. Сегодня пораньше, ну, а что делать? И тебя что-то тут гуляется у нас. Ягодка. Спать пока еще не идет, ну и ладно. Ляжем спать, следующий день продолжим. Там все равно мы сейчас просто на танцах погуляем, и день закончится. И будем серию заканчивать уже. На этом. 24-й день уже у нас. Год первый, весна.
Будет скоро лето. Тяв-тяв-тяв, да. Погнали. Какой следующий день будет дождливый, я надеюсь. Печалька. Ну, лето вообще редко дочка доходит. Очень редко, так. Сегодня у нас танцы. Погнали на танцы. Что ж делать? Танцы. Танцы один в той нижней части города. И немножко тупо, ну, можно было сразу-то через заросли пробраться и пройти, ну да ладно. Раз мы уже так пошли, то пошли так. Да и так, мне кажется, быстрее будет. Приходите позже. В смысле, блядь, позже? Когда? Опа, Опа! Полевая закуска, хорошо. Это нам пригодится. А что там делать? Пока подготовки идут. Что здесь можно еще поделать? Может, по ферме где-то поработать? Чутка, что там делать? Поработать может. А что можно подать? Можно тропинку проложить, в принципе, сюда. А ну водички. Что ты вздыхаешь от жары, да? Китя. Мяу, да. Можно, в принципе, тропинку проложить. В принципе, погнали, сюда делать нечего, поэтому почему бы и нет. Опа, что-то можно откопать, что это? Глина. Нахуй она мне всралась-то, глина. Блять, куда я полевую закуску продал? Ой, дебил, да, чё-то полевую закуску не продал. Я хотел в сундук вообще положить. Ух, кстати, тропинка есть уже, можно положить начало. Я ж надеюсь, её ж потом можно будет забрать. По идее, да? Все, можно будет забрать. В принципе, тропинку проложить такую небольшую, да, сюда, давай. Хорошо. Я думаю, они уже подготовились, поэтому погнали. На праздник заглянем. Китя что-то втыкает, сидит. Да я бегу, блядь, со всех ног. Не гоните. Да, блядь, дай пройти. Блядь, все-таки надо будет пробивать. Хотя, в принципе, не надо. И шо? Ага, иди праздник. Они даже ту дорожку проложили. Ничего себе. Интересно, потом эта дорожка будет тут или нет? Блин, куда они залезли? А ничего нет вообще. Шоп, шо у тебя по ценам? Ибо цены у тебя, конечно, бешеные. Блять, за рецепт просто, блядь, бачка 1000 платить. Нарцисс по 50, одуванчики по... Еба, детка опухала. Я б купил, но, блядь, уместо. У меня есть, конечно, бабки, но нет. В следующем году я куплю. Если до такого времени, конечно, доиграю. Фуф, я объелась. Как тебе красное желе? И шо, мать, ёбнулась. Потанцевать не желаете? Ну и пошла нахуй. Хуйлуша синяя. А, интересно, стала бы Эмили со мной танцевать. Не. У тебя ничего не получится, я тебе так скажу. О, здравствуй, мило с твоей стороны сгореть со мной. Весна скоро закончится, очень жаль. По факту, блядь, я не успел досажать рис. Значит, не смог его посадить. Я люблю танцевать, но эти танцы немного чопорные, ебать, что это значит. Хотя предкам очень нравится. Не желаете потанцевать? Ну и пошла нахуй. Я нервничаю. Потанцевать не хочешь со мной? Ну и пошла нахуй тоже, блядь. Я все собираю, набираю смелости, чтобы просить кого-нибудь потанцевать со мной. Не, ну ебать, не танцевать. Слышишь, хуйло очкастая, ты что попутала, блядь? С тобой кто танцевать и не согласится. Хуйло, блядь.
Эх, вокруг любовь, а я до сих пор не замужем. Ну а что ты, он тебе говорит, мужчина стоит перед тобой. Ты видал, какой одноглазый, ты что гонишь? Марни сегодня такая... А я говорю, вам надо быть вместе. Это что-то тренируется. Я просто люблю любую с видами, хе-хе. Ну танцевать ты точно не захочешь. Я репетирую по... Все должно быть идеально. Я держу титул королевы цветов уже 5 лет подряд, и я еще не готова сойти с трона, окей. Ну, танцевать ты со мной точно не захочешь. Не, еще рано. Я еще не со всеми поговорил. Привет. Цветы, да я их почти не вижу. А, тут слишком ярко светит солнце. Тут, блядь, я танцевать не сможешь, как бы с коляской, поэтому... Тут, блядь, до слез. Особо-то я не выделаюсь. Настроим четко так. Вот так вот. Вот это слез, нахуй. Ты шо водишь? Я целую неделю работала над цветочными композициями. Тебе нравится? Прикольно выглядит. Так, доброго вечера. Так нечестно, почему мне нельзя быть королевой цветов? Потому что ты пацан, ты бил, какая нахуй королева. Когда-нибудь королевой цветов стану я. Мечтай. С теми я базарил. Пойду пока с этими поговорю, хули мне. Бля, приветствую вас, ребятки. Я надел свою лучшую рубашку ради этих цветов. Такое случается отнюдь не часто. Ты что, был, ты каждый день в этой рубашке ходишь. Привет, гост, рада видеть тебя здесь. А, кстати, это же зависит от сердечков, да, то, сколько будет танцевать со мной. В принципе, я могу тебе, но ты, скорее всего, не согласишься, да? Только я больше так базарить, я тебя вот топлю сейчас нахуй, ты меня поняла? Не хочу с тобой танцевать, я сейчас только в той херне утоплю. А ты будешь сегодня танцевать, Гоуст? Ты со мной танцевать не хочешь. Традиция весенних танцев выходит с корнями в древние ритуалы плодородия. Эй, ты же фермер, тебе не тебе положено это знать. А, ты хочешь... Ах, в воздухе такой сладкий цветочный аромат. Блядь, неудобно разговаривать, капец. Великолепный соус хлюпает. Нихуя себе, ты шо. Ох уж эта зеленая штука, острая жует. Хрустит, ай. С тобой танцевать я тоже не хочу, поэтому иди нахуй. Эх, хорошо живем, дама, блядь, сладкое вино, ручеек журчит, воздух теплый. Я уже говорила про вино. Привет. А, надо было удочку захватить, по факту. Надо удочку было захватить. А тут... А, я ж не могу рыбачить, точно. Сезон лягушек, кто набирает обороты? А, блядь. Мать, уйди! Пропустила, наконец-таки. Я думал, застряну сейчас и пиздец. И что делать? А знаешь что? Я признаюсь, мне очень нравятся цветы. Молодец. Фу. Хули ты фукаешь, ты чё, блядь, вообще педрила? Нормально я выгляжу, что, блядь, нормально общались, что ты начинаешь? Ты. Ненавижу танцевать у всех на виду, мне так стыдно становится. Мне тоже, поэтому пошли вместе с танцуем. Хочешь, что со мной никто танцевать не хочет? Что за хуйня? Я хочу потанцевать, а со мной никто танцевать не хочет. Пизду эти танцы, нахуй, я обиделся. Никто со мной танцевать не хочет. Я, в принципе, новичок в городе, поэтому понятно, что со мной танцевать никто не хочет. Но обидно, пиздец. Это, короче, что-то это... Где кузнец, кстати? А он кузнец рядом со мной. Вот это, кстати, походу кинула его, это бабёха. Ну это, в принципе, я думал, что так будет с этим танцевать. Это я вообще не думал, что они будут танцевать. Я тебе тоже думал, что будут вместе танцевать этих. Я вообще не знал, что они будут танцевать вместе. Я тебе предполагал, что вместе танцевать будут. Самая неожиданная пара это вот эти вот. Да ебало эти, блядь, праздники. Нахуй они вообще всрались. Эти праздники. Ну же и Китя спит. Лечь спать до следующего утра. Сколько я за сегодня заработал? Нихуя, естественно. А нет, 20 золотых заработал. Неплохо. Блять, рука болит.
День 25. В общем, на этом серию я заканчиваю. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Всем спасибо. Всем пока.